это было постоянно основой. Да. Вот вы можете посмотреть, даже вот сюда можете посмотреть на вот это все, как бы. Мы предлагаем то, что как бы отец ругался не только из-за того, что там обычно все, который как бы придумает, то, что он сам это сделал. Мы предлагаем то, что он еще ругался там, за этого сырача, который они творили. Как бы видно то, что вот сюда вот, то, что это давно не мыто. Не то, что неделю стояло, то, что здесь явно видно. Вот это весь сырач, который творится. Здесь постоянно было грязно, отец сделал замечание. Я им про это всегда говорил, если до сих пор повторяю, отец был сыром, ему это не нравилось. И то есть здесь по-любому, как не знаю, кто-то мне кричал, потому что там можно все 15-30 раз покричать. Ну сколько можно кричать, вы посмотрите. Один раз, два, три раза, это постоянно на протяжении долгого времени происходило. Вот такой вот сырач с холодильника, жуткая вонь, я не знаю, как это объяснять. То есть жили они подобразным образом. Это не подобает ни любой девушке, которая может так жить. Не подобает никаким обычаям нашим даже кавказским правилам. Нельзя так делать, нельзя так жить. Это элементарная вещь, которая вообще требует. И выставлять человека извергом за того, чтобы писать какие-то там аудиозаписи, пусть люди посмотрят то, что вот как они жили. И извергом он мог бы стать не только не из-за того, что там какие-то были люди, а вот из-за этого тоже мог стать извергом. Любой здесь помешается на это все. Это неправильный вид жилья, который они вот сделали. В банках находится мед, могу предоставить, чтобы он отца был проблемой здоровья, мы проводили отцу мед, все даже напичкано. Отец дал все, даже посмотрите, сколько здесь пакетов чая. Это все чай, который хороший чай, дорогой чай, отец он давал вам самый вкусный чай. Питайтесь, пейте чай, хороший кофе, все хорошее. Как последний вид оборудования, термос, и все здесь было. Здесь кухонные предметы разложены тоже по свинарам. Зайдите, посмотрите, вот просто вот три девушки, да, но это я не знаю, здесь, если посмотреть, здесь много как бы и шампуней всего, то есть девочки постоянно были в уходе, то есть не было ничего такого, девочки постоянно не мыли, все было здесь, как бы все шампуни, все качественные шампуни, то есть ничего такого из них, здесь обычные их вещи, там все их было. Как-то не нужно. Здесь ничего не сломано, нигде ничего не стреляли. Где вот извергом, говорит, держал заперти. Ну, давайте подумаем, да, если человек держал заперти, значит, здесь должны какие-нибудь следы быть. Надо. Там собака тоже оставалась, все съесть. А где сейчас собака находится? Собака находится у меня дома сейчас. Да. Как бы я не могу же собачку оставить, у нас все-таки живое создание. А это девочек собака? Да, девочек собака, они любили очень животных. Я не могу за девушку сказать плохого. Девочки, они были хорошие, всегда идут с хорошей стороны. Он хотел дождаться 18-летия младшей дочери, чтобы не было потом никаких проблем, ну, чтобы там перелет и все это. Хотел дождаться 18-летия младшей дочери и уехать в Иерусалим уже жить. Хотя у него было обоснование такой жизни. То есть остаться там, дать дочерям там все. Лучше все там есть. Как бы им будет интереснее там, он так думал. Также машина была подготовлена на продажу, ну, покупки для девочек. Отец хотел вот во вторник, вот эту, на эту неделю, купить девочку машину. Как бы можете посмотреть в автосалон, были деньги занесены уже за машину, но по каким-то вариантам машина не получилась. Как бы машина была готова. Девочек нам было остаться, чтобы права тоже были все готовы, осталось бы знать теорию ГАИ. И они получили бы права. А правда то, что пишет, что он там жениха нашел? Жениха, ну не может найти. Но он был старой закалки. Но такого он точно не пошел бы. Но он тоже присутствовал к мнению девочек. То, что он понимал бы, кто есть кто, он посмотрел на этого человека и сказал, он одобряет, и после этого, если бы все было нормально, они бы вышли бы там замуж. Mm-hmm. Как вот такой вот, ну это все побыстрее, да, посмотрели, то есть нет, что-то думать, там где-то оставался, только здесь ничего обычного. А можно я тоже сниму? Садитесь, снимите. Если даже он был бы таким... У нас комната, двухкомната, в этой комнате оставались девочки. Все, поехали. В этой комнате оставались девочки. Вот это все, это здесь оставались девочки. Как мы говорили, отец давал им все, как вы смотрите, было Sony PlayStation, и хороший телевизор, когда было все здесь. Как для девочек не было никаких, то есть жалоб, чтобы ничего не доставалось или что такое не надо. Отец все новое. Вот даже новый диван привезли за два дня до смерти. Старый уже хотели выкинуть, он лежал. Новый диван, он уже все, он отец как бы вил, старый диван, он даже новый диван уже купил. Как бы все удобство для жизни было. Как бы вот его святой тоже уголок, там не один у него святой уголок. Вот еще один святой уголок его. Как бы в этой комнате они оставались, как вы можете посадить все вещи, то есть... Вещи, все, как вы вот видите, да, сколько ладно? Это все ладно.
Также в машине такое количество лодок могло оставаться. Как чтобы мы не знали, то, что если есть такое количество, и это не наркота, это просто лада, то лада, который человек раздавал. И раздавал он для того, чтобы лада для сахарного диабета очень полезен. Он снижает сахарный диабет, и то есть он знал, если у кого-то есть какие-то проблемы с сахарным диабетом, он мог дать одну щепотку этого ладана, он мог дать. Он заботится о людях, я не знаю, почему у него скорняк, потому что он был таким насильником, таким плохим человеком. Здесь нет такого героина, здесь нет ничего такого, то, что могло такое подвергнуть. Он давал, раздавал свечки. Он привозил с Иерусалима кучу свечей, я вам покажу, какого формата он свечки привозил. Здесь по опыту 150 свечей, которые он зажигал на алтаре, молился по 2 часа. Он привозил и раздавал эти свечки. Люди ценили, они медовые свечки, они очень вкусно пахнут. То есть он отдавал свечки, они были на Пасхе прожженные, то есть молитва проходила, все люди торгили, они горели. Как бы он давал эти свечки, дарил людям, просто так, ни за что.